Жители района МЖК долго боролись за благоустройство своего парка. Несколько раз выходили на голосование, но не добирали нужное количество голосов. И в этом году им, наконец, удалось это сделать. Почти 5000 человек боролись за этот сквер. Работы начнутся следующим летом, срок сдачи 15 августа. Здесь планируют разместить спортивный блок, детскую площадку, сцену, также места для тихой зоны для прогулки и зону для выгула собак. Вместе с тем тут появится футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, два стола для настольного тенниса. Также по проекту планируют благоустроить мемориальный комплекс вдоль аллеи. Эксперт отметила, что за последние несколько лет в Чите стало появляться все больше благоустроенных мест отдыха, а совсем скоро работы начнутся и в сквере Антипиха. В этом году у нас появится благоустроимое значимое место – это сквер Антипиха, за который люди тоже очень сильно боролись, и мы начинаем скоро работы. Очень хороший прорыв, я считаю, у нас в дворовых территориях. Постепенно, понемногу, но мы благоустраиваем дворовые пространства, которые радуют жителей города. Екатерина Бакшиева, Анастасия Шадрина, РТК «Забайкалье».